13 мая 2018 года в час 47 минут на пульт диспетчера ПСЧ-26 поступило телефонное сообщение о пожаре дома по адресу Чаминский район, деревня Каменка, улица Данилова, дом 68. По прибытии на место пожара разделениями пожарной части было установлено, что происходило горение на дворной постройке возле дома. В ходе тушения пожара был обнаружен обгоревший труп, который находился на полу под кроватью. В результате пожара погиб мужчина 1975 года рождения. Данный мужчина временно проживал в доме, а именно выполнял строительные и монтажные работы по дому. Причина ущерба от пожара устанавливается. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, а именно курение в постели. Николай Зотов, инспектор ОНД и ПР, Борисоглебск, Чаминского и Дубенского муниципальных районов.